Всем привет, с вами Сёма, это Клан Шмаленко Плей, и хочу напомнить, что видео сходит по расписанию. По МСК первое видео уходит в час дня, а второе в 3 часа дня, а по чешинскому же времени первое видео уходит в 7 часа вечера, а второе в 9 часа вечера. Так что не пропустите. Но сегодня у нас Half-Life, Half-Life 2, Half-Life часть 2, и, собственно, вы, наверное, уже все это поняли и без моих пояснений. Пописывали, давно уже пописывали про Half-Life 2, про Black... Хватит, пожалуйста, говорить, задрюкал уже. Про Black Mesa. Не знаю, как правильно все это дело произносится. Но сейчас вышел какой-то Half-Life на VR, и поэтому будет символично, если мы с вами пройдем Half-Life 2. Все, начать новую игру нажимаю, и загрузка у нас начинается. Сразу скажу, что я не играл ни в одну часть Half-Life, будто Half-Life 2, Half-Life, Black Mesa, не знаю, как это все дело произносится. Проснитесь и пойте, мистер Фриман. Окей. Проснитесь и пойте. Какой страшный мужик. Ты кто такой? Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе. Никто не заслуживает отдыха больше вашего. Ага. И все усилия мира пропали бы даром, пока, скажем просто, что вас час снова пробил. И чё? Ты кто такой? Нужный человек мне в том месте может перевернуть мир. Так проснитесь же, мистер Фриман. Проснитесь, вас снова ждут великие дела. Меня ждут великие дела, видал? Прибытие, внезапно, окей. Я убавил маленько микрофон, именно свой голос, чуть-чуть подубавил. Ты кто такой? Я не садился, я вроде стоял. Подубавил Малеха микрофон, чтобы меня было не так громко слышно. Я не знаю, кто это. Ой-ой-ой, сейчас FPS опять произошло только что. Ну, вот и конец линии. Ага, ясно. Вот, не... Здорово, мужик, я тебя где-то видел. Не... Чё? Какой нафиг снимок? Не играл в Half-Life, это я уже говорил. Собственно, вот он. Что решил здесь свое правительство? Все говорят, я построил Что делаешь-то? Я горжусь тем, что... Они просто так бросили чемоданы и ушли. Да вроде не было. Эй, ты так охренел или чё? Чё за чувак? Как пройти до сюда? Да, меня ждут неизвестные дали. Да, спасибо, окей. Где этот? Слышь ты, офигел совсем. Он меня выпихнул. Опять доктор Брин? Я надеялся, что все эти 14 никого в последний раз. Я поставил субтитры, чтобы говорили все. Вообще все. Ну, мы долго стоять-то будем? Или мне можно ходить как бы? Встали такие. Ага, не жди. Добро пожаловать. Добро пожаловать в сети 17. А куда идти-то мне? Хера тут они лабиринты наделали. Я такого высокого мнения. Чё? Игорь, окей, отойди, падла. Ты что? Вы охренели? А, мне сюда. Ну извините. Ой, а чё меня закрыли-то? Не понял, что за хрень. Открой дверь. А, господи. Какие у вас все... Какие все страшные, какие все это... Какая-то ошибка. У меня обычный миграционный билет, как у всех. Это я говорю? Возможно, нарушили порядка третьего уровня. Выходи. Вы оба на мной какие-то решили ставить? Охренели совсем? Нет, сам справлюсь. Да не оба на мной какие-то решили ставить? Куда, на кой нахрен назад? Вы меня убить решили? Ой! Помнишь, я должен тебе пиво. Гордон, это я, парни из Черной Мезы. Прости, что напугал. А, вот она, опять-таки, Black Mesa. Перед камерами. Я работаю на ГО для прикрытия,
Надо побыстрее, а то возникнут подозрения. Я же никогда не выполню норму избиений. Да, Барни, в чем дело? Я Барни? Занят важным тестированием. Здорово! Извини, док, но посмотри, Барни, медвежонок! Ни хрена себе! Черт возьми! Гордон Фриман! Да, как Гордон Фриман, я! Я тоже не ожидал, док. Он собирается сесть на экспресс до Нового Проспект. Ну, я собираюсь? Я не знал, на самом деле. Я думаю, думаю. Тут где-то Алекс. Может, она придумает, как ему сюда добраться? Это девка из Нового Half-Life? Если будете держаться подальше от постов, все будет в порядке. Слушай, я? Мне надо идти. Мы и так сильно рискуем. Ну, хорошо. Кстати, Гордон, рад тебя видеть. Спасибо. Ладно, Гордон, тебе придется идти самому до лаборатории доктора Клайнера. А куда это? О, черт, вот чего я боялся. Давай сюда, Гордон, пока ты меня не засветил. Хрена себе, я хочу кого-то засветить должен. Сложи чего-нибудь в кучу, чтобы выбраться через окно, и иди на площадь. Я тебя позже найду. Какое через нахер окно? В смысле, я же могу так. Зачем? Какой нахрен... А... Япона мать, все вот так вот. Хераш себе. Все мне достаточно, мне хватит. Так. А я разобьюсь сейчас. Ну, допустим. Я могу подбирать бутылки, охереть. А как бросать? Подожди-ка, стоп. Можно же как-то бросать, наверное. На мышку? Да. Как прикольно. Откройся. А, загрузка какая-то. Хорошо. Чё? Алло, ура. Хера у меня запись, короче, залагала сейчас. Нельзя, окей. Так, допустим. Дверь открылась. А меня ждут избить могут, если найдут, да? А карта какая-то М. I, J, F, R. Подними эту банку. Не хочу, ты ее сам выбросил, сам поднимай. Я не хочу! Конечно. А, ну разве что делать вот так? Я сказал, положи ее в мусорку. На! Ой, побежал! Беги! Подозреваемая готовьтесь к давлению правосудия. Уйди нахрен со своим давлением правосудия. Маус один бросит предмет, я уже бросил. Бежи до сих пор за мной. Принимать такие решения за человечество. Отключат ли они когда-нибудь поле подавления и позволят ли нам размножаться? Тихо, дай я возьму бутылку, подожди-ка. О! Мать твою, скотина такая, напугал меня, я обосрался. Нельзя. Ай! А теперь убирайся. Гражданин, прошу проверку лояльности и возможности. Меня могут убить? Идущие выводы. Он требует полного пересмотра наших генетических потребностей. Он требует планирования и обдумывания, что идет вразрез с нашими психологическими... Кто это говорит-то вообще? Закрой рот, ты мне надоел уже! Необходимо, может быть, напомнить... Мне сюда? ...что наш истинный враг — это инстинкт. Инстинкты... Меня сфотали? ...воспитывали нас, когда мы только становились. Инстинкты заботились о нас и оберегали нас в тяжкие годы, делали первые орудия, готовили скудную пищу на костре. Внимание, ответили на впечатление, как слышно. Скачущих на стенах пещер. Эй, алло, ты не можешь сказать, куда мне идти-то надо? Неотделим от своего двойника звери. Инстинкт. Так, я не могу шифтовать. С необдуманными импульсами. И теперь мы видим его истинную природу. Но инстинкт знает о своей бесполезности. Да? Загнутый угол зверь ни за что не сдастся. Фига там у них происходит, там они бьют кого-то? Я могу нанести смертельную рану? Ядрить твою! Снимайте штаны, чё? А, слышится. Хочешь участок? Да, хочу. Да вы задрюкали меня уже бить! И куда это я залез? Ты дурак? Куда вообще надо идти-то?
А. Урон от падения. У меня уже только урона. Вот так всегда. Сначала здание, затем весь квартал. Зачем заперто? Приходить? Не беспокойся. Посмотреть просто. Так, ну я походу пришел правильно, вот мне сюда. Чего сейчас за жить происходит, алё? Окей. Окей, я не знаю, при вот этих загрузках у меня запись, короче, тормозится немножко. На несколько секундочек. Кто это разговаривает? Он мне надоел уже. Блин, он мне мозг, короче, весь выистывает. Это банковские коллекторы? Ты куда? Стоять. 603, вторжение. КП уничтожен, сдерживание невозможно. Иди давай оттуда. Один херачит людей? Хера себе. Они просто так бьют людей. Совсем охренели. Дедок, ты задрал уже разговаривать. Он на нашей стороне. Да-да-да, я Гордон Фриман. Я же говорила, мы следующие. Надеюсь, ты ошибаешься. А ты кто? Бухаешь? Уходи. Уходи. Какие-то тут все странные, конечно. На тебе мусорным баком. Погоди-ка, стоп. Уходи. Это достаточно. Конечно, получить полбу мусорным баком. Достаточно, да? На чайником еще. На коробкой. На тебе кастрюлей. Можно я тебе на голову одену? Поосторожнее. Здесь нарушили порядка третьего уровня. Ничего не могу. Все будет хорошо. Дармальцы будут несите. Вниманию жителей. Замечено отклонение численности. Сотрудничество с отрядом ГО награждается полным пищевым рационом. Куда? Быстро на крышу. Нельзя терять 2 минуты. Я тебя где-то видел, мать. Я тебя где-то видел, я тебе отвечаю. Граждане, ой! Будет наказан усилением в нежилое пространство. Внимание. Ни хрена себе у вас электрошокеры. Вы порно какой-то пересмотрели или что? Давай, закрывайся. У меня загрузка, подожди. Какая-то херня, короче, происходит жесткая. Ну, а чё мышка не работает? Алло. О, приехали. У меня не работает мышка, уйдите нахер. Приехали, у меня мышка села. Короче, у меня на мышке батарейки сели. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой, куда ФПС там уделся? У меня, короче, села мышка. Я пока другую схватил. И поэтому вот такие вот делишки. Да задрали бы во мне уже палить. И фотографировать меня тоже мне. Я не этот самый. Я Гордон Фриман, понятно вам? Все, я стрелялся спокойно. Контрол. Я спрятался. Так это вы на нас напали, затем уже охерели. Заперто. О! Угу. Ой, так они меня бьют! Вот он! Ха, нет! Что происходит? Ты кто? Я полагаю, вы доктор Фриман. Я, да, я Гордон Фриман. Нам надо спешить. Альянс может заскочить, но если уже завыла сирена. Они ухерачили Гордона Фримана. Как вы можете вообще так поступать, алё, дебил? Забери у них оружие. Доктор Кляни рассказал, что вы пойдете этой дорогой. Кажется, он не подумал о том, что у вас нет карты.
Вот, у меня нет карты, дай мне карту, пожалуйста, мать. Я Алекс Венс. Мой отец работал с вами. Про тебя Far Cry. Half-Life новый. Что вы меня не помните? Я тебя не знаю вообще. Да, неразговорчивый. Я в метро переиграл. Я Артём, бывший. Теперь я Гордон Фриман. Помните его по черной мезе старого администратора? Я не играл в черную мезу. Сюда. Мать, шевели копытами. Давай быстрее. Чё ты меня смотришь? Ты меня что, зомбируешь взглядом? Совсем уже охерела? А ты кружишь, просто на меня смотришь, такая, я тебя зомбирую. Я тебя зомбирую. Забавно, что вы появились именно сегодня. Великий день. Ты, да, давай. Мастерица введения кодов. Молодец, чё. Мы помогали людям сбежать из города пешком. Это опасный путь к лаборатории. Тут как бы лестница есть, или ты про нее не знаешь? Кажется, мы наконец-то нашли лучший путь. Какой? Давай я куплю тебя выпить. Тебе выпить воды. Хорошо, давай. И да, кстати, рада познакомиться. Спасибо, я тоже как бы рад. Я как сюда пройти-то? Хера тут у вас тут. Вот, а ты куда делась-то? А. Ламар, выходи оттуда. Там никого нету. Привет, Алекс. Ну, там нет никого. Кому ты говоришь-то? Ламара снова сбежала из клетки. А кто такой Ламар? Не зная Барни, подумал бы, что он расставил ловушки. Барни? Боже, вы медвежонка держите, которую надо есть. Это ведь вы, верно? Да, я Гордон Фриман, мы с тобой уже виделись, кстати. Вечно с ним одни неприятности. Мы обязаны доктору Фримену, несмотря на порождаемые им неприятности. Да. Я Гордон Фриман, это все, короче, объясняет. Ты как раз вовремя. Алекс как раз установила последнюю часть возрожденного телепорта. Это игра такая? Или фильм? Последняя часть? Твой талант превосходит твою красоту. Посмотрим, как эта штука работает, ладно? Ну что, он здесь? Вот ты где. О. Черт, Гордон, ты разворошил улей. А как я должен был не разворошить? Ты сам куда свалил, слышь, мне Барни? Нельзя здесь долго оставаться. Это поставит под угрозу всю вашу работу. Не волнуйся, он пойдет со мной. Я пока похожу, вот можно? Именно, Барни. Это великий день. Барни. Торжественно откроем телепорт двойной перерыв. Слышь, а ты в курсе, что в честь тебя будущего медвежонка назовут? Которого едят люди. До сих пор кошмары про ту кошку. Спокойно, незачем так волноваться. Мы далеко шагнули с тобой. На тебе. Далеко. Кошку? Какую кошку? Раз уж он идет не по улице, можно его и переодеть. Кого, что? Меня? В кошку? О боже, на. Ты прав, я почти забыл. Барни, я предоставлю это тебе. Мне надо обратно на смену. Ну да ладно. На тебе. Упс. Упс. Воу! Лямбда, допустим, что тебе надо? А вот и. Черт, убери ее с как? Меня! Я не знаю, как! Ламар! Хиробаран, как его убить? От нее? Конечно нет. Не бойся, Гордон. Ей удалили жало. Теперь она не опасна. Она может только попробовать совокупиться с твоей головой. Тщетно. Смотри, чтоб она... Да тебя даже ничего не напало. Прыгай. Нет, не туда. Нет, нет. Осторожно, Ламар. Они очень хрупкие. Нет, твою. Черт, чтобы ее вынуть оттуда, уйдет еще неделя. Если повезет, то и дольше. А, Барни, ты не любишь животных? А это разве животное? Это дебил какой-то. Кто такие вообще? Ну, Гордон, давай, надень свой костюм. Я одел... Йоу! Ну-ка. Могу бить теперь? Ну, Гордон, костюм по-прежнему сидит на тебе, как влитое. Ну, по крайней мере, некоторые части. Это что за шутечки такие у тебя странные? Это самое главное. Итак... Приступим. Конструкция костюма модели 5 изменена для повышения. А, так это ты говоришь. Функциональности. А, да. Боже. Док, на это нет времени. Ты хоть подзаряди его, Гордон. Кого? Хорошая идея. Как? На стене есть зарядник. Где? Костюм можно заряжать от источников Альянса, которых полно в местах патрулирования. Заряжать костюм?
Е? А пока пора взяться за работу. 25 всего лишь? У тебя это... Ты что делал? А! Что он решил сделать? Вы хоть оружие дадите? Нет? Я как с этим дебилом буду справляться? Ты куда, мать? В тюрьму? Гордон, а встань рядом с той панелью и жди моей команды. С какой панелью? Опять мужик этот? Там? Да, Элай. Его ж Барни зовут. Какой Айсик? За какой панели-то? Ты дурак? Сегодня забрел в нашу лабораторию. Это же не тот, о ком я думаю. Он самый. И мы отправим его прямо сейчас, в компании твоей очаровательной дочурки. Гордон Фриман, я. Ты готов, папа? У нас все готово. Ну так вперед. А я-то? Поток безмассового поля самоограничивается. Ой, а я... И я установил свои базу Элгесфера численную и функцию Гильберта. Условия просто не могли быть лучше. Ни хрена себе ее фигачить. Говорил. Эй, да, кстати, насчет кошки. Пуск. Три, два... Один. А, черт. Ну что опять? Я поправлю. Доктор, что... Все. Прекрасно. Гордон отключит систему. Гордон дернет рубильник. А где рубильник? А, вот рубильник. Оп. Дергай. Я дерну. Хорошо. Финальная стадия. Начинаем сейчас. Я не могу. Че не можешь-то ты-то? Ладно. Бах! Охерительные здесь субтитры. А что ты пропал? Ты испугался, что ли? А ты чё? Ну как, получилось? О, здорово. Эй, док! А, слава богу, как гора с плеч. Отличная работа, Изи. Изи. Это не только моя заслуга. Ты как тебя зовут-то? Барни или Изи? Очень способный ассистент. Алло. Ну давайте тогда переправим Гордон. Ты прав. Поговорим через секунду. Давай. Неплохо, Гордон. Открывайте. Ну там кнопки и все такое. Я смотрю, не зря ты MIT закончил. Ладно, Барни, твой черед. Спасибо. Так ты Барни или Изи? Как только ты готов, мы отправим тебя к Илаю. Как раз самое время. Я первый. Так давайте без трепа вот этого, у меня задрал уже на самом деле. Три, два, один. Барни, будь так добр. Удачи тебе, Гордон. Давай, пока. Да, действительно. Мы готовы передать тебя, Гордон. Счастливого пути и успехов в твоих начинаниях. Финал. А с хера ли там? Что за черт? По-французски написалось. Да, это же твой хренов любимец. Ломар! Дебил этот. Он сожрал все. Меня турнуло. Вот он. Ломар, с ним? Да забудь о ней. Он проходит, папа. Что происходит? Да там этот дебил какой-то сожрал все! Утягивает! Хер! Что все это значит? Да кто вы такой? Я Гордон Фриман! Я путешествую! Эй, он вернулся! Я его вытаскиваю! Не входи в поле! Тебя разорвет на части! Мы потеряли Гордона! Что происходит? Да там жопа какая-то происходит! Уберите этого хера, который сожрал всю проводку, дебилы! Нет, опять мы его пускаем! Человек, которого я видел, это был... Гордон Фриман! Ты с кем там разговариваешь, тварь? Вот скотина. Ой, рыба! Здесь нет? Он не проскочил. Ну, тогда где же он? Я здесь. Сзади. Армян засади, здорово. Выключай, выключай. Гордон, ты должен уйти отсюда. От как? Как? Я приду за тобой. Как? Я не могу уходить. А. Чё? Да вы задрюкали со своими снимками. Я ни хрена не вижу. Куда мне идти-то? А, ты твою мать. Да не сюда. Куда идти-то мне? Да вы задрали меня уже снимать. Я, конечно, Гордон Фриман, но, блин. Закрой дверь, пожалуйста, чтобы они нахер не залезели больше никогда в жизни. Лампочки. Нельзя, ладно. Допустим, хорошо. Ну, как-то вот так, окей. Костюм 25. Двери откуда? Эй, Гордон!
Где ты? Где ты? Это кто сейчас сказал мне? О! Цитадели, полная боевая готовность. Барни! Никогда такого не видел. Как мне пройти туда? Убирайся из Сити-17 как можно скорее, Гордон. Иди по каналам. Они ведут в лабораторию Илая. Это опасный путь, но там много беженцев. По каким жопу каналам? Они помогут тебе, чем смогут. Я бы с тобой пошел, но нужно смотреть за Кляйнером. Ты обосрался, короче, да, я понял чуть тебя. Чуть не забыл. Кажется, ты потерял это в черной мезе. О! Дай! Это мой этот удачи самый. Тебе, приятель. Лом. Она там нужна. Опа, 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 опа. Гвоздодер! Гвоздодерка! Раз. А это что, вот эти вот, перезарядка типа? Ну, два вот этих указателя. Треск дерева, допустим, жизни 100. Тут хера рэп. Хера биток! Ой! Куда иди? Та-та-та, ни хера! Опа! Вот это да! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой! А мне больно. А куда мне идти-то? О, сюда, нихера. Залез, ядрить твою. Дайте мне оружие какое-нибудь, любое. И что мне делать? А, за поездом идти. Я понял, окей. Кто меня стреляет? Да кто? Ой! Беги! Куда мне идти-то, твою мать? Куда мне идти? Я восстанавливаю здесь? Как вы меня задрюкали, а, дебилы? Залезь сюда, Фриман. Куда мне идти? Кто-то меня так активно палит. Хрен его знает, куда идти-то мне. А вон там дебилушка какой-то стоит. Не, типа логично, что вот... Да... Вот залетай сюда, скотина, залетай сюда. Это кто? Это сейчас кто был здесь? Дебил. Заколебал. Какое в жопу укрытие? Дайте мне пройти. А, япона мать. Как же здесь все странно-то, а? Дайте мне какой-нибудь пистолет, что ли? У меня 95 здоровья. О! Сука. Куда идти-то мне? А, вон туда, я понял. Все, бегу. Сломай. Сломай, сломай, быстрей. 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 Гордон Фриман, быстрей. Ф-фонарь, допустим. Ага. Что-то как-то все это дело странно очень. Так, мне подзарядить, кстати, костюм не мешало бы. Ой, не мешало бы мне подзарядить мой костюмчик, потому что, ну, совсем уже. Чё, через каналы. Стойте, мы не виноваты! Ха-ха-ха-ха! Убил нахер!
Пистолет! Ой, они убили мужика. Они убили мужика. Мать! Погоди, я где-то... Я... Откуда я ее знаю? Я ее где-то помню, я где-то видел. Погоди, ну-ка посмотри на меня. Быстрее! Кого быстрее-то? Фу, быстрее что-то. Ой! Это я нечаянно нажал на другую... Кью? Ну ладно, кью да кью. Быстрее еще говорит. Монтировка. Пистолет, ну пожалуйста. А, на кью. Ядрен батон, Гордон, что у тебя с лестницами с этими дурацкими? Можете отстрелить? Стоять, падла! Патроны отдай. Аптечка! На, во, 18. Перезаряди. Я Гордон Фримен, какое нахер я тебе неопознанное лицо? Можно целиться? Жаль, нельзя. Ага, патрончики подобрал, нормас. Перезаряди. Тихо. Тут целиться нельзя, жалко, кстати. Я не опознанное лицо. Я не опознанное лицо, я Гордон Фримен. Закрыто. Отряда гражданской обороны. Обнаружено уклонение от надзора. Отклонение от надзора, да, я не дебил. О! Твою мать! А долго он будет проезжать-то? Нет, или он бесконечный? Так, паровоз, спокойно. Гордон бежит. Откройся. Где места, где я могу зарядить костюмец? Отряда гражданской обороны. Обнаружено уклонение от надзора. Отреагировать, изолировать, допросить. Ага, изолировать. Так, Гордон бежит, допустим. Окей. Пошли подтверждать статус. Мне показано, кто-то смотрит. Так, а какие макары мне туда попасть-то надо? Подожди. Закрой хаос своей гражданской обороны. А, мне туда, япона мать. А так я оттуда пришел, разве нет? И откуда? А, я отсюда пришел. А как мне попасть? Странно. А F5 тут работает? F5. Не работает. А, япона мать. А кто бы мог подумать-то? Действительно. Ой, да кто? Я бегу. Я не вижу, потому что тут по мне палит. Всем выдвигаться. Лежать, падла. Неопознанное лицо. Жахнуло. В отделе гражданской обороны. Точно поделиться чисто выдвинуться. Да ты-то иди отсюда! Пошел вон! У меня перестрелка, спокойно. Кью, быстрее. Свалить, скотина, не... Изолировать, допросить, да. А, у меня патронов нету. Ой, поворотец. А чё здесь нет патронов у тебя? Что это такое? Дебилистика! Да свалите вы нахер! О,
аптечка. И плюс 24 патрона, отлично просто. Да вы задрали уже стрелять по мне! Наконец-то. О, аптечки, патроны. Что-то еще. Мне бы зарядить костюмец. Брось нафиг. Так. Это и вот так. Кто все это? О, блин, рано. Какому нахер подозреваемому? Подставил друга своего, скотина. А, зараза, ждал меня, падла. Упал. Да встань и убеги! Беги, Гордон! Беги, Фриман! Беги, скотина! Осторожно! Тихо! Бежи оттуда! Бегом! А так можно было? В смысле? По головам идем, тихо. А энергия костюма отлично. А, я его убил одного-то? Я не знал. Подзарядись. Бегом, как? Как тебе в голову-то тебе не попадает, алё? Тихо. Опа, восстановим здоровье. Ни хрена тут как можно делать, прикинь? Нормально. Ой, выбрось. Патроны взял? Почему не берешь-то? Да вы задрюкали меня уже стрелять, спокойно. А тут сейчас по-любому кто-то начнет стрелять, нет? Ну, странно. Я думал, начнут, ладно. Кто стреляет? Я же тебе говорю, кто-то оттуда начинает. Ну, конечно, вон там. Спокойно. Вообще надо чекать все просто. Вот тупо чекаем все. Тихо. Быстрей. Быстрей! Куда? Как? Не понял. О! А я вообще туда пришел-то, нет? Мне, может, не туда надо-то? Тема, мало ли, может, мне реально не сюда надо. А, не сюда. Да я ж патроны так все потрачу, вы охерели или нет? Ну надо мне сюда, окей, надо просто спрыгнуть отсюда. Ты как там появился-то? Они умные какие, скотины, видал? Уходят за укрытие. Убил. Как так-то, как так-то? Сотрудник убит, транзитный район. Один. Какой транзитный район один? Все убиты, что ли? А, дай-ка я со всех вас патрончики соберу. Дорогие мои. Дурак. Ой, дурак. Так. Подтянем. Здоровье немножко подтянем, окей. Всех убил. Всех убил, вообще всех завалил. Полон. 150 патронов влезают, неплохо так-то. Так, а это я... А это мне как? Не понял я. А это куда? А мне куда надо-то? А мне туда надо-то? Или куда мне надо, подожди. Так, допустим, я вот спрыгнул вот сюда вот. Зараза. Обнаружен серьезный перелом. Система жизнеобеспечения включена. А, так мне туда надо-то? Япона мать! Куда я пришел? Твою мать! Мне сюда надо-то. А, левое здоровье, правое патроны, да? Я так понял.
Ну, походу, так и есть, окей. Левое здоровье, херовина, правое, херовина, патроны. Да ты задрюкал уже, внимание, 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 задрал. Угу. Себя будешь допрашивать, понял? А, тут еще тоже есть здоровье. Так, дайте ко мне, пожалуйста, энергии для моего этого. Немедленно подтвердить статус в отделе гражданской обороны. Вы задрали меня своей гражданской обороной. Так, куда мне идти-то, не понял. Внимание. А? Опознанное лицо. Японо мать, подходи. А мне вниз надо спускаться? Японо мать, какой поезд! А ну мне походу надо вниз, окей, я понял. Ну да. А в воде поди какие-то херы плавают, нет? Ну мало ли. Ой, я могу плавать. Хера. God of Rima, да ты прям разносторонний человек. Ой, там какой-то что-то бурлит. Я говорю, какая-то хрень поди плавает там. Так, а погоди, а у нас тут... Ну-ка. Вот, да, у нас тут есть. Собственно, хила, давайте на этом закончим. А, прикольно, прикольно, мне прям нравится. А, продолжим в следующей серии. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на ВК, на Инстаграм. Ставьте лайки, пишите комментарии, если же в Half-Life 2 и других играх. Всем пока!